Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Fit 2010 года в фиолетовом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 118 лошадиных сил, АКПП передний привод, пробег 130 тысяч километров. Литые диски, хорошая зимняя резина, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах. Пройдемся по салону. Красивый темный ухоженный салон, ткань, не прокуренный, три ряда сидений, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, одна электродверь, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 97, 97, 107, 93. 84, 101, 88, 104, 100, 89, 129.